Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима, я продолжаю по Хаотику Войсок Легион, мне почти 24-я часть игры под названием Досье Малика. Я желаю всем приятного просмотра, да, друзья, вы не ошиблись, я решил, друзья, одну миссию Войсока связать с веб-камерой. Понравится вам, не понравится, не знаю, видно, не видно меня, надеюсь, что видно, друзья. Всем вам привет и спасибо вам всем за поддержку. Вот такие, друзья, я буквально, друзья, одну миссию решил связать с веб-камерой. Если вам понравится, друзья, я эту игрушку до конца допродолжу с веб-камерой. То есть желаю вам, друзья, всем приятного просмотра. Здесь все в этой миссии мы этого гребаного ублюдка Малика убьем. Эту суку тупорывую мудня. Сейчас, друзья, мы обсудим друзья, это задание с командой. Сейчас, друзья, быстро поговорю с ней. Что там нам погутарит? Новенького расскажет. Чё как? Знаешь, я горжусь нашей теплой компанией. Мы здорово дали прикурить этим гадам. Тут не поспоришь. С нами приходится считаться, и это начинают понимать. Разъяренный британец — страшная сила. Ну да, так и есть. А если русский, так это вообще капец, а. Потому что надо точно убегать сразу, а. Сейчас, друзья, поговорим с нашей командиршей, с Сабиной. Что она нам скажет, а? Обсудим дело. Нашей компашкой дружной. А нет, не Сабина. Ричард Малик вот-вот убьет меня каким-нибудь жутким способом. Увидите Малика. Скажите. Серия взрывов уничтожила посольство Канады. На записях с камер наблюдения видно, как человек, связанный с организацией DedSec, пытается скрыться с места происшествия. Новый глава отдела СИРС по борьбе с терроризмом, Ричард Малик, заявил следующее. Я призываю наших коллег по всему миру отнестись к угрозе DedSec со всей возможной серьезностью. Это не сопротивление. Чему они сопротивляются? Это международная группировка террористов. Мои коллеги из Альянса Пять Глаз и я собираемся... В общем, все ясно. Вам хана. Сирс нас всех офнет к херам. Надо убить Гондона. Нет, не рекомендую. Шансы DedSec на выживание станут равны нулю раньше, чем мы его найдем. Малик, полагаю, тоже это понял. Вообще, мы думали об этом. Бегли, начнем. Да, рабочая версия такова. Чтобы взорвать посольство, нужно давать взятки, внедрять своих людей, покупать снаряжение. Без бумажного следа такое не повернуть. Кто-то из вас уже назвал эти следы досье Малика. Мы должны проникнуть в Сирс, добыть его и доказать, что взрыв устроил Малик. Если повезет, узнаем что-то и о нулевом дне. Список заданий обновлен. Фух, да уж, друзья, миссия будет нелегкая. Друзья, у меня все должно получиться. Еще кое-что. Я знаю, что Малик может вывести нас на нулевой день и информацию о терактах, но он опасен. Если увидишь его, не пытайся взять живьем. Оно того не стоит. Напротив, я считаю, что информация о нулевом дне и взрывах важнее здоровья отдельно взятого агента. Малика нельзя убивать, его нужно допросить. Так, поехайте в штаб Сирс. Досье Малика. Окей. Так, друзья, мы обязаны, друзья, после этого все узнать, сделать так, чтобы DedSec очистил наше имя, чтобы люди поверили, что DedSec неплохие, что Стиак совершил посольство Малик, а не мы. Кстати, друзья, граффити прикольные наши в штабе, мне очень нравится. Ну все, друзья, погнали. А Ох, Войсок, друзья, первой части, второй. Я хочу попроходить все на канале, реально. Уф, друзья, Киберпанк это вот такая игрушка охеренная. Если вам нравится, друзья, что я решил миссию с вебкой пройти, а. Если вам понравится, друзья, я могу и до конца этой игрушки уже пройти с вебкой, а. Мне, друзья, по сути говоря, вебка сама включилась. Я потом подумал, ну, блин, это знак. Давай, Димон, сними с вебкой. И вот я вот снял. И почти такой подумал, ну, давай, Димон, снимай. Ага, так, это потом. Сейчас, друзья, я быстро выпью за ваше здоровье, чтобы миссия прошла успешно, чтобы я не потерял свою киллершу агеншу, чтобы она выжила и все было охеренно. Так, я вот думаю, себе кучу свет, как она будет? Видно лучше, не лучше? Сейчас попробовать надо. Друзья, сейчас я быстренько... Скорее всего, ты поранишься, если будешь играть в дартс в таком состоянии, но тем смешнее. Сейчас, друзья, я быстренько, буквально постою, сейчас... Включу свет и попробую, как будет лучше или так лучше. Сейчас. Ага. Так, освещение добавилось. Ну да, конечно, и супер-пупер освещуха, конечно, но тем не менее. Вот.
Так, друзья, надеюсь, меня так лучше стало видно. О, я просто думал без света, потом ладно, включу свет. Я же с вебкой, ё-моё, как-никак. Начинаю, жизнь продолжается, хотя сейчас еще пока вечер, так сказать. Друзья, эту миссию я записываю вечерком. Так, 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 ага. Опа, Дарс, нет, Дарс это не моё, по крайней мере сейчас. Так, какую же, опа, тачку уже нашел, все, нашел. Так, так, чего, давай, стой, стопори. Так, бери, давай, бери. Тут все равно, получается, никого нету, а, в машине. Спокойненько сел и поехал, а. Друзья, я очень жду DLC-шки, когда будет, когда я могу поиграть за Эйдена Пирса. Друзья, скажите, как лучше меня было видно, со светом? Ой, без света, когда я его пока не включал, или со светом, хорошо, друзья? Когда, ну, я завершу миссию. Так, все, друзья, карту. Так, где это у нас находится? А, в принципе, вообще недалеко. Так, окей, давайте, аккуратненько сказал уже, Димон, ну что ты такое заводил-то, а? Ой-ой-ой. Ой, блин, да, друзья, звук у машины двигателя другой, а? Это класс, а? Ага, сори. Так, ага, ой-ой-ой, сори. Так, давай. Ага. Это все, когда я хочу набрать 200 друзей, то 30 друзей, когда я хочу наберу, я хочу попробовать с вебкой, ну, постримить, а. Как здесь, видео-то идет минут 40 максимум часика, а стрим-то идет 2 часа, 3 часа, там уже с вебкой надо дольше друзья, сидеть, а. Так, друзья, штаб, ого, это получается у них штаб сес, да? Ё-моё, туда попасть будет легко. Ну, друзья, да досек нет. Как говорится, преград. Мы на все получится. Что делать-то? Мы пытаемся отыскать документы, которые называем досье Малика. Эти документы доказывают причастность Малика к взрыву в посольстве Канады. Но проблема в том, что они хранятся не на одном компьютере, а рассеяны по десяткам устройств по всей стране. Лады, что делать теперь? Это вопрос на миллион долларов. Отвечает Малик. Для обработки информации из сети ОС Сирс использует суперкомпьютер под названием Филамент. Он вроде Нудл, только позволяет получить доступ к любой информации на устройствах граждан, а также правительственных и коммерческих организаций Великобритании мгновенно. Бегли, ты просто чума! Проникни внутрь и подключи Бегли к терминалу администратора Филамента. Остальное он сделает сам. Как обычно. Окей, Бегли. Бегли реально молодец, друзья. Он заслужил пятюню, как, в принципе, и вы, мои офигенные друзья. Та, а, вот, друзья, все, лестница. Я, правда, не знаю, лестница куда вообще, в смысле. Так, а, вот что как. Сейчас, друзья, давай, моя суперкрутая киллерша. Я верю в тебя. Не, какой, что ты делаешь, а? Я понимаю, что ты крутая, но надо по плану действовать, а? Давай. Так, подожди, опа, сейчас, друзья, быстро, это точно нужно взломать, мы сами взломаем. Честно, я даже не знаю, как меня лучше видно, с вебкой или без вебки. В смысле, я имею в виду, с светом или без света, а? Я в этом имею в виду. Так, ладненько, друзья, в следующей миссии, может, я тоже запишу с вебкой, и там уже скажут, друзья, в этой миссии, друзья, напишите в комментариях, мне лучше было видно без света или видно со светом, хорошо, друзья, это очень важно, а? Реально очень важно. Так, все. Погнали. Тихо, друзья, маска реально у моей генши крутая. Вот тут, сука, камера сразу, 4 камеры, нихера в одном месте. Так, я взломал, получается, тебе могут спокойненько зайти и очки технологий взять, которые мне пригодятся. Тихо, сколько у меня очков технологий? Так, у меня... А, я не вижу, сколько у меня очков. Ну, пока мне особо не хватает. Значит, у меня мало. Да, 25 у меня. Просто, блин, вебка закрывает. Так, тут выхода нет, да? Нету. Так... Подожди, где тут вход получается? А как туда попасть-то наверх? Никаким образом не попаду, что ли? Эй! Да, должно быть какой-то... Должно быть вход. Так. Так, нет. Походу, нифига подобного, друзья. Я не попаду туда. Сараза. Я же думал залезть или могу попасть. Я думаю, что все-таки я хрен туда попаду. Да, друзья, эта дверь была просто чисто шибачки технологии взять, а? Ай, зря. Иди, друзья. Моя агентша, конечно, суперкиллерша крутая, но... Ладненько. Нихера. Так, я могу поменять себе этого? Так.
Ах, не могу, хочу включить маскировку, а. Ладненько, я отсюда уже все понял, что тут ничего бесполезно все. Потому что отсюда сваливать, друзья. Так, ну и совсем сваливать, конечно же. Так. Ага, сейчас, друзья, быстро какую-то бабу вырубим, а, или мужика. Это баба у нас, по-моему, да? Ага, а там мужик, да мужик, мужик. Чтобы он не трендел, если что, на будущее. Так, так, ладно, друзья, нам все-таки придется, как говорится, как-то пойти, понятно, что пойти. Так, вот только как, хотя я был наверху, друзья, и балбес, а. Я балбес, друзья, сейчас быстренько заберусь обратно, а. Не подумал, как можно будет себе пойти, ну, миду хотя бы эту ловушку, а. Эту фигнюшку. Сейчас, друзья, быстренько. Кстати, как у меня работа паука, друзья, есть новая функция. Он может быть, режим маскировки может включать, друзья. Я полностью его прокачал. Не знаю, друзья, хорошая, нехорошая идея, что я решил с тобой записать эту миссию. Ну, не знаю, друзья, напишите в комментариях, как вам идея. Нормально, что я решил? Или плохо? Ой-ой-ой-ой. Так. Отвлечь. Ага. Опа, командир. Так, одного командира мы вырубили. Да хорошо. Так, у нас теперь присесть, присесть, присесть. Так, это мы. Везде, везде, друзья. Одним разом везде вырубили, а. Тут, друзья, можем мы войти, да, или нет, а? Мне просто интересно. Нет, тут хрен с домом войдем, да? Ладненько. Блин, надо было все-таки в эту миссию взять шпионку, а. Потому что у меня был пистолет с глушителем, а. Да хер тебе. Чертова система безопасности. Так, у нас супер крутой. Супер крутая или крутой? Супер крутая. Так, 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 так. Ага. Кого же не вырубить, а? Первого. Может, никого? Ага. Ага, ага. Сейчас, друзья, надо как-то туда попасть. Так, 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 так. Блин, зараза, если я агентом СИРС бы играл бы, а? Так, подождите, друзья, подождите. Ой-ой-ой-ой-ой. А тебе показалось, показалось. Так, если я использую бот-паука. Бот-паук мне тут поможет, друзья, у него есть... Охеренный бот-паук, друзья, охереннейшая. Реально офигенная. Ваня, куда все, походу, миссия? Уже не судьба. Так, друзья, пока он нас не спалил. Давай, 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 бот-паучок, давай, красавчик. Все, вас у нас обнаружили, друзья. Пипец, так, друзья, у него можно скачать. У него можно код скачать, да? Ага. Так, я будто паука. Так, ты плохой? Ты у нас обычный, слесарь по ремонту. Ясненько. Так, где у нас, который может данные скачать? Куда он убежал? Так, я не пойму. Он типа код смотался. А, зараза. Так, тут вообще ловушки, такие места капецные, друзья. У них тут не халям-балям, как говорится, а. Зараза, как же туда попасть, чтобы не спалиться? Ну, маскировка, толку от маскировки. Вот, качаю у него ключи, друзья, попробую. Ключик скачать, пока он, когда он подойдет поближе, а? А, слишком далеко. Капитан Альбиона. Вайтах Свобода. А это она, это девушка. Так, друзья, подождите. Так ты у нас плохая, да? Ты у нас тупица еще та, друзья. Так, все, мы, друзья. Что мы еще делали? А, мы ее задушили. Я даже не заметил, что у нас была удавка, а? Так, ну ладно, это херня получается бесполезная, друзья. Ладно, пофигу. Сработала сигнализация. Высылаю координаты. Доложите обстановку. Сигналка сработала. Прочешите зону. Чтобы это не было, тут чисто. Сейчас, друзья, да, скачаем, а. Ага. Есть. Так, окей, удавочку надеваем, аккуратненько, молодцы, опа-опа, супер все, так, то, что нужно, мы оба скачали у него, так, 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 это у нас козел, не козел, ну, это обычные люди, так, теперь попасть туда, получается, нужно, да, угу, и как же туда попасть, если не секрет,
Сейчас я тут прям офигеть, это получается Лондон, это получается карта Лондона или всего мира? Я даже не понимаю, охереть, а. Нифига себе. Так, подождите, подождите, друзья. Подождите, так. Ага. Лифт. Но лифт у нас не работает, поэтому облом. Или работает? Эй, если он работает, тогда вскрывайся давай. Почему? Типа, друзья, он работает или не работает? Как-то непонятно, вообще лифт действует в этой игре. Так, лифт. Какой-то ты у нас непонятненький. Ладненько, так. Это все я отключаю. Так, теперь, скорее всего, нужна камера, да? Так, вот он, терминал. Чтобы получить доступ к терминалу администратора с помощью оптика, нужно подключить меня к спутниковой сети Сирс через башню Блю. А, вот что как. Так, ну тут получается у нас нужна... вот что как. Отлично, теперь я смогу проникнуть в гнусный шпионский компьютер Сирс. Иди в подвал и взломай админку филамента. Замечено вторжение в систему безопасности здания. Я не... Прости, канал взломан. Система безопасности здания под моим контролем. А, вот эти лифт, да. Вот для чего он нужен был. Если мы договоримся. Не слушай его. Нулевой день также захватил систему безопасности в парламенте не за... Так, договориться. Ну, блин, я, может быть, и не убью Малика, а? Может, реально его не убить и поговорить лучше, а? Ух ты, нифига себе, тут у них штаб, как говорится, еб твою мать, его Сирс, охереть. Гарри Поттер, еб твою мать. Этот сервер и есть терминал администратора филамента. Подключи меня. Окей, окей, Бегле, хорошо, сейчас все будет. Так, подключите Блейк. Филаменту. Окей, окей, окей. Бегли, какой бег. Поспи немножечко. Сейчас. Давай, надеюсь, моя киллерша не умрет. Ага. Так, друзья, Бегли мы подключаем. Так, что же будет дальше? Мне даже интересно, друзья, узнать, а? Сейчас реально не знаю, а? Черт, нас заблокировали. И, похоже, Малик выпустил своих СВЧ-дронов. Че, не поняла? СВЧ-дроны — устройство для защиты филамента от взлома. Их излучатели точечно уничтожают дефектную аппаратуру. Что-то вроде химиотерапии для ПК. Если они активируются, серверная автоматически блокируется. Ну че, есть идеи? Попробуй взломать одного СВЧ-дрона и сбить с его помощью всех остальных. Окей, окей. Давай-давай. Давай, друзья, Бегли, давай. Так, где они? Где они все? Где они? А, пока не могу, а. Ах ты, сучок, а. А, сейчас, друзья, все будет, все будет. Сейчас мы взломаем их. Сейчас, друзья. Надо поближе подойти. А, пока контроль недоступен, теперь доступен. Так. Ага. Ага. Агашки, агашки. Да еб твою мать рождения. Ах ты сучок, а. Так гребаные люди, а. Сейчас, друзья, подождем, подождем, пока у нас опять подкачается наша фигнюшка. Друзья, мы пока с вами, как говорится, поговорим. Друзья, всем спасибо за поддержку. Друзья, всем вам желаю приятного просмотра. Все полезные ссылочки, друзья, будут в описании. На мои другие крутые, прикольные прохождения, которые я проходил. Другие мои игрушки. Такие как Киберпанк, World of Tanks, Ассасин, ну и потом еще другие. Так, 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 так. Есть. Угу. С дронами разобрались. Молодец. Доступ к серверной есть. И, твою-то мать, Малик меня заблокировал. Должно быть у него прямой доступ к серверу. Ну что, есть идеи? Кратковременное отключение питания прервет соединение и даст нам время для вторжения. Оба-оба. Но каждый из трех многопоточных квантовых процессоров филамента снабжен своим источником энергии. Перезапускать их придется по отдельности. То есть, типа по классике? Выключить и включить? Примерно так. Я мое, если туда нужно попасть, а.
Ну, Валика, блядь, друзья. Нет выбора. А если сюкаться с ними не буду, друзья. Не хочу. Хотя, может быть, сейчас посюкаюсь. Ладно, не будем сюкаться, а. Не хочу. Так, по одному, ладно, как к этому пойду первому уже. Пофигу, а. Уже подошел, так подошел. Эти люди меня мудицки задолбали. Давай. Давай, моя молодец. Есть. Так, теперь второй, следующий, где у нас? Ага. Беги, 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 моя суперкрутая киллерша. Супер-пупер. Так, все, момент, ага. Давай, 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 давай. Да ну-ну-ну, давай, что ты потупливаешь, а? Не тупи, не тупи. Есть второй взломанный. Если тебя реально с пушкой классно смотрится, такая боевая. Ух, с маской-то вообще огонь. Так, угу. Ну, даже мне очень нравится эта героиня Джуди в Киберпанке. Хорошо было прикольненько, если Ви бы с ней замутил бы. Было бы реально шикардосно. Если можно было не жениться бы, я бы на месте Ви женился бы. Ну, сделал так, чтобы он женился, а не я. Так, загрузка досье, ага, сейчас, походу, друзья, будет полнейшая жопа, так, обороняйтесь пока, ой, этого я не ожидал, а, так, обороняйтесь, пока идет загрузка с филамента, филамента, ага, так, понял, 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 так, это что у нас, так, загрузка, ага, а, вот что как, а, это же зараза фигова. Есть. Это все придется бегать, этих дронов порубать, а. Я так и знал, сука, что перестал сюда бегать, а. Отвали, тупой дрон. Это не пикник, и у меня нет варенья. Это не пикник, у меня есть варенье. Так, где следующий появится дрон? Да, друзья, тоже сюда придется бегать, чтобы эти дроны убивать, а. Серия документов, подтверждающих смену ответственности за хранение 40 кило Сиптекса. Получается, что груз переходил от одной фиктивной компании к другой с десяток раз. И в результате оказался в Саутоле. И адрес почему-то... Сейчас, подожди, подожди, Бегли. Сейчас я сяду поровнее, чтобы люди меня видели получше. Вот, надеюсь, что меня видно. Получше. С адресом, по которому уже 30 лет проживают Виктория и Имран Малик, родители Ричарда. Это ничего не доказывает. Это доказывает, что ты мудень, Малика. Ого, прям бошки, а? Не зря я эту миссию все-таки киллершу взял. Я хотел предложить ему удалиться, но, как оказалось, не говорю на дебильском. Удалиться. Предложил удалиться, но не говорю на дебильском. Хорошо, хорошо, убью, убью. Почему бы и нет, а? Да, друзья, реально миссия такая интересная. Я думал, она скучная будет, типа, сломай, найди, обыщи, там, полази, вскройся, ну, типа, побудь этим шпионом, шпионом. А получается, друзья, похоже, все, кто был близко к точке установки взрывчатки в посольстве Канады, заранее внепланово эвакуировали. Есть переписка главы посольства и анонимного собеседника из СИРС. А ведь этого не было в новостях. Попытаетесь обвинить меня в том, что я хотел избежать гибели людей? Это так глупо, что у меня просто нет слов. Так, патрон, думаю, у меня хватит, а? Посмотри, тут нет редактированные отчеты двух агентов СИРС о выполнении приказа по учебной установке взрывчатки. Подписан он министром внутренних дел. Похоже, у министра будет неудачный день. Отстань от меня, прилипало. Нет, я не твоя мамочка. А, да, тут Багли взламывает, а он к нему пристает, а. Эти дрончики, мини-дроны. Интересно. Ты знаешь, что дочь главы службы безопасности посольства Канады попала в каирскую тюрьму? Отпустили ее за неделю до взрыва. И ее папа должен сказать огромное спасибо офицеру СИРС, который надавил на египтян. Правда ведь? Да, пожалуй. Во, теперь нормально. Я сел вроде бы ровненько. Так, ну вроде сижу здесь ровно, кажется, что хочу, что я сижу неровно. Ну ладно, вроде бы я правильно съел. Похоже, Малик устал уничтожать с помощью дронов сломанное оборудование и натравил их на тебя. Результат от этого, правда, сильно не изменится. Ух ты, сука. Не изменится еще как, когда неожиданно. А что у нас тут? Прямиком с твоего лэптопа, Малик. Записи обо всех твоих, скажем так, делишках на стороне. Честно говоря, странно, что ты не назвал этот файл «Заговоры и тиранты.док». Меня хватит. Так
нельзя! Прекратите! Я не позволю! Да кто тебя будет спрашивать, я тупой, это животное, я ублюдок, который подставил нас, а? Обвинил в теракте на посольство, а? И убил, сука, неплохую женщину, а? Вернись к центральному ядру, чтобы завершить процесс. Круть! Кайф, Бэкс! Кап, сдай тебя, членосос мелкий! Рада тебе! Членосос! Ай, блин, а! Ух, там, походу, весело. Так, 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 так. Ага. А дальше, сука, как говорится, хоть еще рано-то говорить. Ладненько, друзья, сейчас. Давайте. Надо же все получиться. Я вроде бы всем должен настроить, друзья. Спасибо вам всем за поддержку. Вы лучшие, охеренные и классные, друзья. Всего вам еще раз всем приятного просмотра. И спасибо, что крутые лайки, комментарии, подписка на мой канал. Спасибо, друзья. У меня есть первая цель. У меня есть еще не первая цель, цель. До Нового года набрать хотя бы 250 друзей. Похоже, Малик не успел замести следы. Могу найти его местоположение. Действуй, чё. Так, друзья, сейчас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, где же ты? Старше, моложе, уродливее, вообще женщина. Ага, вот он. Привет, Малик. Извини за связь. Мне кажется, или у него запор. Ну да, куда ж мудаку с чемоданчиком без чемоданчика? Ой-ой, кажется, кто-то запер перед ним дверь. Не нервничай, это все равно не... О, черт, сработало. Эй, в чем дело-то? Что-то пошло не так, да? Он что, всерьез решил удрать на машине? На машине, подключенной городской сети автоматических устройств наблюдения, управляемых мной... Включаю автопилот. Черт! Привет еще раз. Что-то ты хоть и хитрая тварь, но в трейсе туго соображаешь. Ай, круто! Ай, Кирина, Сирс. Так, что надо сделать теперь? Ага, ладно, сейчас свалим отсюда, чертям собачьим. Теперь чё? Я разослал досье Малика во все редакции, от GBB до газеты Вестник Овцеводства. Это займет время, но мы очистим имя Дэдсек. По крайней мере, в данном случае. А Малик Шмалик? По ошибке сел в беспилотную машину, которая должна мне услугу. Она везет его в безопасное место. Предлагаю отправить эту машину на встречку, или, скажем, сжечь. Почему бы и нет? О, это было бы приятно. Но вдруг он и есть нулевой день? Или входит в эту организацию? Пазл пока что не сходится. Нужно все выяснить. Слышишь, Малик? Теперь-то ты нам точно поможешь. Чертов безумный робот! Притормози! Ты даже тачку у Ваника, я сейчас быстренько тачку себе возьму другую, а? Так, задание выполнено. Досье Малика. Ага, понял, понял. Так, следующая миссия. Блин, на меня прет вся эта тема про сопротивление, Датсек. Прям как спецом для меня. Дэдсек не завербовал бы тебя, если бы ты не была живучей. Спасибо, Бэкси. Стопэ, или это наезд? Какое же сопротивление без заносчивого ИИ? Со временем ты его полюбишь. ИИ навещего. Ну, Бэгли, ну зараза. Малик в убежище. Он нейтрализован. Ну что ж, раз он у нас в руках, можно поговорить с ним. Выяснить, что он знает о нулевом дне. Только не подходи слишком близко. Пока Малик жив, он опасен. Так. Ворот. Допустите еще до Малика в убежище. Друзья... О, надо же! О Малике говорят на GBB. Давай позырим, ага. Новые документы из досье Малика, опубликованные организацией, известной как DeadSec. Сирс официально отрицает достоверность документов, хотя, по заявлениям внутренних источников, Ричард Малик, о котором идет речь, сбежал из страны после этой, цитата, беспрецедентной и унизительной... Ой-ой-ой, пойдила. Независимая проверка досье не завершена, но эксперты уже предположили, что состоявшиеся теракты были ошибочно признаны делом рук Датсек. Ура, ура, нас оправдали, хоть в этом деле оправдали нас, а? Ура! Надо радоваться, друзья. Так, друзья, я думаю, сейчас эту миссию выполнить, блин. Так, варвару-ворот. Или в следующем прохождении. Я, друзья, думаю, в следующем прохождении эту миссию выполню, варвару-ворот. Друзья,
Так, двадцатая миссия под названием «Досье Малика» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, опа-опа, класс-класс, мои офигенные суперкрутые друзья. Не болеть, не скучать, желаю и вам и вашим близким крепкого охеренного суперского здоровья. Всем, друзья, покедова, суки, мои охеренные друзья. Я имею в виду, конечно, покедова, охереть. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.